В Магадане невыплатами медикам занялось следственное управление. Ведомство принимает сообщения от работников, которые помогают больным коронавирусом и не получают денежных компенсаций. Уже проводится одна проверка по факту неполучения компенсационных выплат медработниками Ягодинской районной больницы. С сообщениями и заявлениями необходимо обращаться в территориальные следственные подразделения или следственное управление, в том числе используя дистанционные способы направления обращений. В их числе интернет-приемная на сайте следственного управления, открытая группа следственного управления в социальной сети ВКонтакте, телефон доверия. Кроме того, для подачи обращений можно использовать ящик для приема жалоб и обращений, расположенный в фойе следственного управления. Выемка корреспонденции производится ежедневно.